Скажите, смотрите, у Лёвы, у него вообще подложек практически нет. Он поет, как будто он под автотюном, нахуй, хуя. Потрясающий голос. Пошумите для голоса, Лёвчика. Он великолепен, потрясающий, великолепный голос. Это просто пиздец. Ой, Лёва, Лёва. Это еще ко мне врач сегодня приехал. Фониатору пиздец какой спасибо, что концерт, блядь, состоялся. Где фониатор-то? Фониатор уехал, да. Нихуя. Он сказал, у меня еще концерты. Ну и пожалуйста. Да. Лёва, Лёва, Лёва. Я тебе рассказывал, что мне, короче, вчера мама позвонила, говорит, вот твой мальчик, друг, у которого на обложке альбома вот так он руки сложил, она говорит, типа, как он поет, как он поет, она говорит, а вокалист. Приятно. Брат, люблю тебя, пиздец. Я тебя тоже охуенно, охуенно поешь, брат. А его, кстати, родители дрочат за то, что он поет. Да-да-да, все мои концерты, все мои родители, они говорят, а что понимали, это Слава или Рай, пошумим для него. Потрясающий продюсер, вообще человек потрясающий. Он 13 лет уже по миру с оркестром катался, как пианист гениальный. В 13 было лет. Дело, было дело. В 13 лет. Лучше! Ну, зато Лёва умеет петь, а я хуй сосал. Друзья, давайте слушать нормальный рэп. Погнали. А можно, пожалуйста, в зале мой микрофон погромче?